Покупай умнее, живи веселее. Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас интересная посылочка, а именно тонометр для замера артериального давления на запястье. Значит, эта посылочка пришла самая быстрая из всех моих посылок, всего лишь 11 дней, и получал ее на новой почте. Значит, шла она вот в таком пакетике. Вот этот тонометр обошелся мне $8 с копейками. Покупал я его через кэшбэк, так что кэшбэк мне еще вернет 7,5%. И кому интересно, ссылочка на кэшбэк для регистрации будет под видео. Есть у меня на канале видео, как кэшбэком пользоваться. Итак, поехали дальше. Значит, что у нас здесь? Написано, что простота в эксплуатации, ремень на запястье для измерения артериального давления и пульса. Имеет компрессор и декомпрессор. Это значит, сам накачивает воздух и сам его спускает при замере. Имеет 200 программ записи, сохранение даты, время измерения. Так, при выключении сохраняется показание. Так, что у нас еще здесь? Так, давление. Две батарейки необходимо. ААА. Рабочий диапазон. Ну и так, сейчас посмотрим, что у нас. Идет паспорт с ним на английском языке. Ну, в паспорте, в принципе, все можно перевести, посмотреть. Значит, ну и так, как уже проверял его, верхнее табло у нас это давление, сердечное, пульс и сердцебиение. Ну, сейчас мы его достанем. Вот идет он в такой вот коробочке пластмассовой, очень компактный. Так, вот так вот он выглядит. Ну, по качеству вопросов нет, все довольно-таки прилично сделано, нормально, качественно. Так, здесь у нас картинка нарисована, как именно нужно его использовать. Значит, на запястье 1 сантиметр, и на уровне сердца делать замер. Ну и так, сейчас мы его подключим и будем пробовать мерить давление. Итак, снимаем вот эту вот крышечку. Батарейки, кстати, в комплект не идут. Это мини-пальчиковые батарейки. Так, все. Значит, прибор готов к работе. Так, вот тут вставка такая есть. Итак, вот одеваем его так на руку, закрываем и включаем. Так, мы сейчас сделаем поближе, чтобы было видно, как он меряет. Ну и так, включаем. Так, рука должна быть расслабленная. Слышим, включился компрессор. Он зажимает. И вот мы видим 132, ну, в принципе, это мое давление, 80 сердечное и сердцебиение 81. Ну, вот такой вот прибор. Кстати, у нас он стоит, смотрел я на сайтах наших, в 2 раза дороже. Так что всем советую, очень удобный, компактный. Значит, запоминает 200
показания измерений. И небольшая коробочка, удобно все. Всем советую. Ссылка на данный прибор будет под видео. Заказывайте, не пожалеете. Все, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Покупай умнее, живи веселее.